Всем привет, друзья, с вами Saints Sam, и мы продолжаем проходить Gears of War Ultimate Edition. Нас ждет вторая серия, в которой мы встретили... Так... О, какая красота! Эй, поезд разговорчики, впиленный. Мы на территории врага. В которой мы встретили группу Альфа, забрали у них резонатор, ну как забрали, там Коул с собой их несет, и сейчас мы попытаемся пробраться к эмульсионному заводу. Мы в тупике. Собственно, все. Поищите другой вход в здание. Это то, что нас ждет впереди. Так, поехали, поехали. Нам нужно выбросить молот Зари, который у нас выключился. Так, что-то неладное. Ага. Как красавцы умеют себе открывать вход красиво, а? Воу, ракетчики грёбаные. Чёрт, они почти с тебя ростом, Коул. Почти. Так, а где еще? Больше нет патронов для этой штуки? О, нет. Стоп, нет. Что? Он отходит. А, фухью. Ага, подождет. Оставит на потом. На сладкое. Ну ладно. Бред. Думаешь, я шучу? Думаю, ты рехнулся. И все тут. О, какая-то радость. Какая прелесть. Как два дебила на свидании. Так, гранатки. Гранатки-то хорошо, друзья. Надо... Так, сейчас здесь по-любому кто-то должен быть. Смотрите, какая... Классная комнатка, да, вот я же говорю. Готов. Отлично. Так, там сверху тоже кто-то, если я не ошибаюсь. А это наши выпилют всех и вся. Окей. Давайте-ка. Га, гранатка у нас лимит, вот почему их не можно подобрать. Вопрос нет. Так, здесь аккуратненько заходим. Заходим, заходим. Нет, все. Там наши товарищи разобрались. Ну и замечательно. Найти транспорт. Ну давайте, наверное, туда. Патроны. Возьмем. Лишними не будут. В маленьких ящичках очень мало патронов, то есть буквально до сотни там. Оба! Есть, выпилили. Отлично. Еще, еще народ. Снайпер! Готов. Черт, есть. Разобрались. Ух ты, у него... Патроны для наших, для нашего оружия есть. Ого. Ой, там. А если я в него запилю вот из этой радости, что будет? Вот так вот, да? Фарш будет. Замечательно. Черт, там еще один товарищ. Хе-хе-хе-хе. Граната. Надо запулить туда гранатой. Осторожно. Бабах. Вот и хорошо. О. Все, все, это все. Перестроиться. Черт, плохо перезарядился. Веселый фаршик сейчас, друзья, был. Веселенький фаршик. Гранатки еще. Красно отразили одну только что. Так, нам не сюда явно. Куда же нам нужно тогда? Пилили. Здесь проход. Мы сюда пришли. Ясно. Не очень. А, вот.
Мне нужна помощь. Надо валить отсюда. Но если есть план, выкладывай. Я тут знаю одного типа, у него машина. Старый вездеход, но он на ходу. Ого! Ты знаком с местными? Ага, там впереди лагерь. Так что, водишь дружбу с изгнанниками? Не вожу дружбу, кретин. Я ищу человека. Заткнись, Берт, шагай. Что? Что не так? Я думаю, есть приличные изгнанники, а может нет. Жалко, что они не двигают губами. Это мне немножечко раздражает. Непонятно. Ну, то есть по голосу-то можно отличить, кто говорит, но... Но это неприятно, на самом деле. Не знаю, глюк это, либо... Смирись, как говорится, но... Хотя, вот бы все-таки, блин, дробовик эта штука знатная. Акт 2 жернова. А еще иногда почему-то английские заголовки перемежаются с русскими. Не знаю, от чего это зависит, на самом деле, друзья. Тут... Так, это у нас все максимум. Давайте-ка дальше. Интересно, почему здесь отметочка жетончика? Опа, еще саранча. Видел, трупник! Я же говорил, следит! Да вижу я! Ух ты! Готов? Готов, базучик. Ну и хорошо. Хе-хе-хей, отлично. Есть. Дальше. Ну сдохни уже, почти бы накончилось. Там снайпер в окне. Готов, кажется. Все, отлично. Нет, не все. Есть. Ух! Я бы хотел снайпер сейчас поднять, друзья. Так, давайте-ка как сделаем. Небольшую махинацию пройдем. Сейчас мы выбрасываем наш автомат, меняем базуку, подбираем на первый слот автомат. На второй слот ставим базуку, а то мне немножечко раздражает вот этот вот порядок вещей, которые я в самом начале сделал. И подобрал молот на первый слот. Очень-очень неудобно. На первый слот всегда должен стоять основной автомат. Как они здорово подтянули. Все, по-моему, вообще перерисовали полностью всю игру. Совершенно не узнать, если бы не... Ого! Ох ты, сколько патронов дали. Здоровяка первым делом. Отлично. Почти обойму в голову ему, и он отваливается. Следующий. За работу. Еще кто-нибудь? Ну давайте, сукины дети, в очередь. Все? Отлично. Еще не все, Берт. Я прямо уверен, что здесь кто-то будет. Зачем? О, вот, вот зачем. Зачем? Ха! Как я процитировал. Черт, так. Базука. Залп.
А почему она не убила его? Черт! Добежал, хорошо. Сдохни! Бам! Отлично. Есть. А, черт. Хотел привык, что перезаряюсь постоянно в белый. Ого! Дважды прожать — это была плохая идея. Чё-то кнопочку пролагали, друзья. Это что такое? Все, мы им закрыли. Возьмем проход. Машину. Отлично. О, да. Можешь не повторять. Тут можно пройти? Отлично. Вот это знатный фарш на мосту был, друзья, конечно. Просто фарш фаршевый. Так, куда быть теперь? А-а-а. Пришли в поселение. Интересно, почему эти поселенцы отсюда не выкурят? Неужели они отбиваются так успешно? Здорово, как дела? Все тоже. О, начали шевелить губами. А-а-а, как обычно. Для себя. Длинные штучки тут не катят. Эй, свинья, я к тебе обращаюсь, козел. Оставь его, Бен. Нет, то мамочка. Нас тут, я вижу, не очень любят. Ну и жизнь, конечно. Может, поэтому сами человек не трогают, сами сдохнут. Ведь да что мы пришли такие все красивые, в крутой броне и так далее. Ну, смотрим. Это все ты, Дом. Не бойся, все путем. Я не подведу. Эй, Сантьяго, ты чего тут забыл? Ничего нового, брат, я же сказал, если чё, сообщу. Ничем не рядом с тобой светиться, ясно? Это плохо отразится на делах. Одолжи мне вездеход. Слышь, чё? Ты двинулся. Я серьезно, он нам нужен. Понимаю, у тебя проблемы, чувак, но я не дам вам свою тачку. За тобой долг. Вот и верни его. Сейчас. Мы их всех перекрошили бы тут, если бы они начали бычить. Ладно. Ладно, брат, сделаю. Но есть условия. Эти будут здесь. Типа залог. Лишние стволы нам не помешают. Лады. Он на заправке Чепса. Иди и возьми. Эй, ты. Эй, Сантьяго. Мы квиты, понял? Больше никаких одолжений. Просто бред. Я же говорил, есть план. Фигня твой план, ясно? Эй, эй, товар не лапать! Не лапать, сказал. Эй, ты! Конец связи! Товар, товар. Ну ладно, так, теперь нам нужно, собственно, добраться к тачке. Аванпост. Сумерки, сейчас будет весело. Так куда мы идем, Франклин? Заправка Чепса, угол улицы F и 13-й. По дороге будет полно саранчи. Так, слушай сюда. Вам надо будет пополнять запасы на наших базах. Первая у реки. Так что на вашем месте я бы сразу двинул туда.
Ты воткнул? Кого-то здесь уже оприходовали. Офигеть. Так, тупик, что ли? Ух ты. Эти штуки интерактивные. Черт, перепух переизвестно. Так, ладно. В обратную сторону, что ли? И, а, там, наверное, проход был. Секундочку, друзья, я дверку, кажется, пропустил. Их там можно же выбить. Да, вечно забываю, что двери выбиваются. Никаких указателей о том, что ее нужно выбить, нету, поэтому и... Темнеет. Пошли искать базу. Смертоносная тьма. Вижу двух. Вот, Дона вырубили. Дона, дома. Давайте-ка поднимем лучше, а то еще бедолага еще хорошего откинется. Понятно, что он не может принять, я понимаю, но лишняя помощь... Опа, это снайпер его вырубил. Сволочь. Чё, тут еще чувак с дробовиком. Сейчас я тебя устрою, скотина, лови. Фарш. Ну, давай. Знаете, почему я трачу? Потому что я хочу поднять обратно себе снайперку. Ну как обратно? По лестнице. Просто взять снайперку. И из нее можно будет выпиливать неплохо, я думаю, всякую саранчу. Так, у нас 200 патронов осталось. Том опять положили. А, вон ты где. Ну так для вас прям снайперка и создана же, чё? Есть. Опа, прямо так. Ай-яй-яй, как промазал. Минус один. Нифига себе там народу. Они вообще конечные, может быть, нужно как-то прорваться, что ли? Пошли. Следить за целью. Вступаю в бой. Следить за целью! В атаку! Я думал, что Дону можно приказать крутить эту штуку. Понятно, что, видимо, нет. Ну, как насчет? А, пробел. Догадайся, блин. Т, значит, технологии. Так. Ой-ой. Да. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Друзья, эти штуки очень-очень неприятные. Мы сейчас с ними столкнемся. И это будет прям вообще адово. Почти доехали. Ох ты, вот они зафаршили только что этих товарищей. Из темноты вообще выходить в принципе Аня, нельзя. Мы прошли реку. Первая база прямо впереди. Как вы там, Берн? С ума сойти. Кто-то догадался, что Коул играл в трэшбол. Теперь все: «О, Коул, расскажи нам еще что-нибудь!» И автографы, блин, просят: «Распишись на моей майке!» Где вас носит, парни? Мы стараемся. Держите. Так, вот, опа. А, это свои. Стой там, мы сейчас. Будь на свету. О, черт! Нифига себе! Франклин, это Сантьяго. Эй, стемнело, так что осторожно. Крилы, наверное, уже вышли. Ага.
Точно. И прикончили всех на первой базе. Черт. Ладно. Так, Сантьяго. Значит, идут сюда. Джонсон, проверь свет. Давай-ка шевелись. База 2 впереди. Так, целая вагонетка, блин, патронов. Все, лимит для снайперки. 24 патрона. Плохо перезарядился. Ну, ладно. Черт. Так. Есть. Саранчи еще так не хватало. Черт, 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 опасно. Все, друзы забили. Отлично. Баллоном с пропаном. Нам нужен свет. Будем это... Ага, вот как, хорошо. Либо нам конец. Выбора нет. Принято. Здесь жетончики, да. Осторожно. Маленькая-маленькая обойма тебе. А здесь что делать? А вот бомба с пропаном есть. Так, у нас тут надо... снайпер там сейчас бы пригодился. Кто же там их взяли? Блин. Да ё-моё, а, ребятки. Есть. Готов. Отлично. Воу-воу-воу. Тише, тише, тише. Пройдем через здание. Есть. Фух. Мотоцикл. Ах! Ты твою мать. Не опасно, просто резко. Коул, ты там? Все в порядке? Ну да, детка, братаемся. Нам тут поляну накрыли. Мы тут дизентерию подцепим. У Бейрда культурный шок, прикинь? Пускай Бейрд заткнется и ест. Скоро вернемся. Понял. Красавцы. Есть, входим. И еще где-то одна дырка. Вот так. Черт, патроны. Обходим. Мелкая погонь. Сдохните, сволочи! Есть! Ого! Раненый, осторожно. Тут, наверное, можно было люстру разбить эту. Сойдем и проверим заодно. А можно ли было? Ой! Твою мать! Сзади кто-то выскочил. Ну, где там контрольная точка у нас, интересно? О, прямо здесь. Ё-моё. Ну, ладно. Да, можно было и так. Как нам там потом пройти будет вопрос? Ну, да ладно, сберемся как-нибудь, я думаю. Так-то мы, конечно, себе жизнь упростили. А вот, все, понял.
Ну что ж, без проблем. Кто это, интересно? Ох ты, сволочь подожгла. Да, друзья, здесь, блин, на этой сложности, если не убиваешь их сразу же, они убивают тебя. То есть главное не давать им себя стрелять. Пока мы проходим, и они умирают еще на подходе, поэтому все в порядке. А вот если начинаешь стрелять, пах-пах, ты умер. Но максимально играть вообще просто неинтересно, потому что там, ну, просто... Так. А ты как, я промазал? Я ж блин. Давай, 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 давай. Есть. Готов. Да-да-да-да-да, там из люков вываливаются. Наш чувак только что из воздуха телепортировался у них там под носом. Ну, зашибись. Так. Хорошо, ой. Нормально, все в порядке. Штаб, куда теперь? Сворачивайте в проулок, который слева от вас. Хоть глаз выколи, нам не пройти. Проулок, который слева от вас. Есть. А, там надо было здесь включить цвет. Это еще там. Для этого и сделана эта штука. Бэйр в сортире. Слушай, тут все очень серьезно. Достали большие пушки. Затевается что-то крупное. Будем как только сможем. Ага, давайте уж. Отбой. Так. Прошли, хорошо. Чисто. Воу! Тихо. Дельта, это штаб. На радарах противник. Рядом с Дельтой 2. Понял. Они в курсе? Так точно. Занимают оборону. Понял. Конец связи. Дельта 2. Противник. А здесь нельзя... А, нет, нужно все. Я подумал, что нельзя стать за укрытием. Хорошо. Судя по музыке, еще кто-то есть, только не вижу где. Впереди, наверное, тоже, да? Так, одним махом уже убить сразу несколько противников, одним взрывом. Черт, черт, черт. Хе-хе-хей! И сдохнул. Ну и бой. Они что, с дерьмом? О, да! Прошли здесь. Черт, что дальше? Тут кругом. Смотри, сиди здесь. Схожу внутрь и дам свет. Дам свет? Байерт, что там у вас? Саранча! И крилы на подходе! Продержитесь. Пока да! Но мы вас, парни, очень ждем! Понял. Конец связи. Хорошо. Так, свет включить, значит, надо. Окей. Ну, явно что-то здесь. Кстати, вот мне интересно, кто подает, блин, на свет после того, как, по сути, случился такой локальный звездец, глобальный звездец, тут даже не локальный, глобальный звездец, но при этом вот везде включен свет. Вот как себе это вообще, блин, объяснить-то можно? А, вот так. Маркус, давай к этому зданию. Прикрой меня! Ну давай, Маркус.
Чувак, ты там, надеюсь, добежал. Хорошо. Вот, к тому же он еще включил полностью фонарики, которые совершенно замечательно работают спустя 15 лет после глобальной мировой войны. Окей. Это не в претензии игре, это просто интересно в претензии сценаристам. Ну, то есть, чем-то же это кто-то к себе объяснять должен был, когда создавали все это дело. Ну, в общем, как-то так. Некие поганцы. Чисто? Кажется, чисто. Что здесь делать? Еще снова фонарь искать? Мне кажется, здесь можно пробежать. Да. Че там? О, еще одних махом забили. Когда ты кончился. Отлично. Лобом, блин, в голову. Ну, там благо шлем у них есть, но... Бам. Черт, наконец. Баэрт, это Маркус. Входи, отбой. Баэрт. Связи нет. Надо вернуться. Хорошо. Черт, плохо перезарядился. Ну да ладно, боя же нету, неважно. Ух, друзья, ну веселая миссия, конечно. Так, что здесь у нас? Какая... А, вот. Фух, ёп, я думал, потемнело. Эй, назови себя! Ха! Ну и рожи, козлы! Мы от Франклина. Не гони пургу! Я знаю, зачем вы здесь, уроды. Мы ищем заправку Чепса. Во как! Флаг вам в руки. Там нигде нет света. Так что вам крышка. Скажешь, что ли? Ну, парниша, давай в дом. Я включу свет. Джек, оставайся и держи с ним связь. Ага, ладно. Буду трындеть с жестянкой. Можете быть спокойны. Не сложай. Эй! Если я сложаю, вас больше не увижу. Вы сдохнете. Я прибью его. Так. Ну что ж, наша жизнь зависит от какого-то странного алкоголика. Так что осторожно, да? Ага. Я немножко стреманулся, когда эта штука потухла, блин. Несколько противников. Здорово. Ой, нет, стоп. Фаршируем! Черт, могу загрызть, кстати.
Устик заправки. О, медальончики. 10 из 11. Окей. Да, и... Вперед, чтобы не отстать от машинки. А вот и заправка. А вот и броневик. Чувак нас, кажется, зовет. Спалили пол района, а теперь у нас на пятках крылы и саранча. Все из-за вас. Ты мешаешь. Я вездеход. Не думал, что вы доберетесь, так что я не заправлял. Разбирайтесь сами. Насос вон там. Вон где? А, вон. То есть тупо повернуть клапан нужно, да, и все? Хорошо. Что еще? Дуй сюда. Там сзади есть боеприпасы. И держитесь подальше от кассы. Я слежу. Вот дерьмо. О, черт, черт, черт. Много как-то саранчи, ого! Раненые! Стоп, 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 стоп. Не умирать. А давайте мы не будем, блин, чё придумывать, и просто повыпиливаем их. Блин, я промазал, ну как так? Есть. Ох, там наш дом разошелся. Подавитесь, кровососы! Откуда еще будут? Опа! Ты меня не возьмёшь! Рехнули? По машине не ходи! Ой! Ах ты ж твою мать! Я жив? Да ладно, принесло что ли? Сдохни, собака. Ты тупой, прятаться за насос очень умно. Блин. Да ладно, сейчас я просто вас, ой, дома положили. Черт, ранец. Верно мне стрелять! Поцелуй моя вниз-шиза! Есть. Есть, нет? Нет. Только разошелся. Машина у нас. Отправляемся за остальными. Живее, Маркус. Их вовсю атакуют саранча и крилы. Ща. Залезай. Давайте-ка патрончики прихватим. А, ясно. Все, нас не спрашивают. Там! Пошли! Можно идти. Дрон! Сверху! Черт! Сюда! Ой, только не это! Вперед! Блин, классные ролики сделали такие. Осторожно! Налево, тупица! Ой-ой! Всю заправку схренячили нахрен. Черт побери. За собой только разрушение оставляем. Ух ты, ты тут пострелять? Нет? Ультрафиолетовой пушкой. Можно запитать или турель, или мотор, но не все сразу. А как? Так, ей переключиться между турелью или пушкой. Хватай ультрафиолетовую пушку! Уфе турель.
Чтобы переключиться на фейтрюэль, для уничтожения крылов нажмите Е. Так, мышку 1 для приближения используйте мышку. Ну понятно, ладно. Поехали. Вот этот танк. Вилы? Где? Не вижу. А, есть, да, вижу. Отлично. Выдвигаемся, друзья. Ультрафиолетовой пушки. Кажется, все. Поехали. Ой! Хватит ломать нам машину. Ну, управление, кстати, ничего такое, вполне себе. Мы доехали? Чисто? Чисто. Блин, там все раскидывает как кушинки. Едем, поедем потихоньку. А еще мышкой можно управлять, это стрелкой управляю просто. Мышка неудобно вообще. Сколько часов? Сколько часов предупреждал он хотя бы, с какой стороны летят? Понял. Так там никого нету. Блин, это не на 6 часов, тихо. Не на 6 часов было. Сняли немножко хп у машины, кстати, на свет палочка. Видно. Так. О, почти трамплин. Ну, правда, эта штука. Как банка фасоли катится. Так. Надо полностью так сделать прокрутку, если не хотим, чтобы вообще никто долетал, не долетал до машины. Сволочь. Сгорело? Сгорело, кажется. Вот еще одна есть. Есть, сгорело. Почему-то здесь сейчас им свет уже не мешает, хотя смотрите, сколько вокруг. Это Маркус, мы взяли вездеход, слышишь? Видите, сейчас, друзья, на английском название. Нас тут совсем прижали. Почти на месте. Похоже, им нужна помощь. За работу. За работу, так за работу. Это наши. Класс!
свету! Закрываем. Заряжай! Есть, хорошо! Еще клиенты. Так, вот того попробую выпили еще что-то. Ну ладно, забыл призадиться, ладно, не важно. Снайперы! Где? Сова? А? Опа! Класс! Ну ладно, это, видимо, уже не достану. А да, не достану. Эй, как они вообще могли проиграть, когда есть пушка? Мне кажется, там снайпер сидит. Следующий. Да. Где цель? Как... Ого! Здоровяк! Готов. Черт! Давай назад! Назад отступать! Сбоку же заходят! Выбили что ли его? Есть. Никто не против. Класс! Хорошо. Достаточно простенько, друзья, получается. Ну, все-таки можно было бы, наверное, максимально ставить, я думаю, сложность. Где что гремит? Непонятно немножко. Ой-ой-ой! Воу! Отлично. Готов. Ну это все? На этом тоже точно все? Отлично. Нашли! Ух! Музычкой, с комфортом. Бэт, выключи ты это. Фух, друзья, ну что ж, я думаю, это уже будет конец, наверное. А что за светящиеся... А, это особые мелкие поганцы с камикадзе, которые... Да-да. Только долбались ради того, чтобы... Так, здесь вход на завод. Мы опять без машины. Идем пешком. Ждем команды. Да, блин, тут, конечно. Ясно, Дельта. Подъемник не работает. Так что в шахту пойдете через завод. Идите по дороге. А какой-то акт, друзья. Если это 3-й акт, я бы серию, наверное, закончил. Просто как-то логически получается, что да. А по факту не здесь. Ну, давайте дойдемся до... Чинишь? Верь, все починит, братан! Только запчасти.
запчасти нужны. Хорошо, пока нету наименования, как только дойдем до главы 3, тогда и можно будет заканчивать серию. Завод выглядит очень внушительно, конечно. Посмотрите только на это дело. Черт. Что это? Штаб, у нас тут какие-то светящиеся твари. Ясно. Нам докладывали об этих тварях-ламбентах. Видимо, это действие эмульсии. Осторожно, они крайне агрессивны. Собачки объелись эмульсией, и теперь они вот такие вот, какие есть. Ой-ой-ой. Что ж, входим. Открой эту дверь, а? Заперто. Скажи Джеку, пусть откроет. Не выйдет. Эти двери слишком толстые. Штаб, это Дельта. Мы на заводе, но вход заблокирован. Ясно, Дельта. Жаль, но на экране я других вариантов не вижу. Ладно, тогда быстрее будет разделиться. Коул, Берт, вы туда. Мы направо. Радируйте, как отыщете вход. Не знаю, что-то мне эта мысль не нравится. Непременно буду иметь в виду, Коул. Ну, пошел. Есть, сэр! Давай, Коул, пошли. Черт, Маркус. Переживет. Вот так вот он и командовать. Найти вход на завод. Так, кажется, она неубиваемая. Далечки. Типа, лучше бы не видел. Аккуратненько. Я думаю, здесь, судя по строению, это вообще будет саранча. Да. Ух, сколько ее тут. Так она, то есть, дала не подпустить к себе, так-то она лопается, как орешки. О, ясно. Следующий. Ладно. Слишком запросто. Так, проходим. Замечательно. Я сейчас радую, мои глаза сейчас наслаждаются вот таким вот внешним видом мокрого металла и вообще прочего. Так, здесь, возможно, метка есть, возможно, будет где-то медальончик. А, вон, вижу. Ясно, глазастый. Так, нашел. Замечательно. Еще осталось... А, нет, нисколько не осталось, просто доступ на страничке комикса. Ну что ж, хорошо. Посмотри, потому что за комикс вообще такой. Ого! Эти крюки имеют свою собственную физику? Круто. Блин, Call of Duty, учись! Ремастер ты 10 лет назад, который и то выглядит и играется лучше, чем... Ты, господи, как это вообще возможно только, а? Ах, не понимаю. Там настолько все деревянное в этом коде последнем, ну, просто все, что только может быть деревянным, есть деревянного, а то, что должно быть не деревянным, все равно деревянное. А здесь вот наоборот некоторые моменты, которые, ну, не надо было бы делать, они не сделали. Интересно. Нафига эти крики было прописывать им кто-то, ну, физику. Так, куда идти дальше, друзья? Ну, понятно. Я рад, что ты... Так, вход на завод, здесь ничего похожего нету, да? Там. Как сюда, наверное, добраться, но... Для этого по трубам с нашими-то этими сможем залезть. Да уж, нет. Да ладно. Так.
Тупик. Там мы обходили. Там можно по крыше можно как-то забраться. Нет? Давайте проверим, друзья. Стоп, двери я никаких дверей не пропускаю. Надеюсь, нет. Где наш товарищ здесь? Чем там залип? Сказано, куда идти или просто залип, как обычно? О, вот есть. Она подсвечена была, я просто с другой стороны обошел, поэтому... Ого. О, еще нашел. Вот эта техника. Столько лет не работала. Кнопку нажал, и все отлично. Открылось зеркало, что ли? Ой. Черт, он сейчас взорвется же. Нормально. Ты в курсе, что под землей много лет никто не был, как? Знаю. Слушай. Это территория врага. С этими тварями и при дневном свете справиться непросто. Но под землей, в темноте. Да, вот отстой. Ты это Берт не говори, он напуган до смерти. Кажется, мы нашли вход на завод. Замечательно. Берт, Роу, вы внутри. Чего вы так долго? Ак-3. Вы тут уже как минимум 2 минуты. Рад за вас, умник. Скажите мне, где вы? В подвале. И тут срач. Штаб, это Дельта. Мы внутри. Поняла. Найдите на заводе зал управления вагонетками. На них вы доберетесь до шахты. Дельта, не будем терять времени. Ищем зал управления. Берегись, бабайки! Постарайтесь понять, как включить свет. Конец связи. Ну что, друзья, вот мы получили только что таск на следующую часть. Проходить мы будем в следующей серии, разумеется. Сейчас мы достаточно длинным способом через город добирались на завод. Добывали себе машинку. И в целом было очень интересно. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Если это так, обязательно ставьте лайки. Не забудьте писаться в комментариях по поводу того, что вы думаете о переиздании Гири. И подпишитесь на мой канал, а я с вами прощаюсь. Еще услышимся. Всем пока.